новая загрузка с новыми иконками. И вот смотрите, Windows XP Professional 2011. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. И всем привет, дорогие ребята! Я купил на специальный вот такой жесткий диск. Вот, за 80 гигабайтов. Обычно он жесткий. Жесть прямо жесткий. Но я хочу вам сказать, что мы попробуем испытать, что оно подойдет к этому компьютеру. Мы ставим сюда на 7 блок. Мне для фотографии надо скинуть и освободить этот другой раздел этого жесткого диска. Иначе, если мы установим вот такую на флешке, наша флешечка вот такая сформатирована, и поставим Windows XP и к креме. Сейчас таких жестких дисков там не производят этой компании. Они используются такие там новые жесткие диски, а такие вообще не производят. Это раньше производились по 2010, по 2016 году. Сейчас 17 по 19 года производятся вот такие диски. Ну что, сейчас я выключаю этот компьютер и начнем установку Windows XP Extreme. Итак, я выключаю и засовываю вот такую сюда этот хлам для Юлия за 300 рублей.
Как видите, я уже устанавливаю Windows Extreme 11 года. Я из флешки устанавливаю вот такой вот ISFAR, написал на флешку. И сейчас будет устанавливаться Windows XP Extreme компьютерный. Как обычно, я купил этот жесткий диск этого хозяина. На Юле купил этот жесткий диск. Так. Вот, смотрите, вот такой жесткий диск я купил. Здесь ничего не видно, я вам потом все покажу и объясню, что это за этот. А у меня диск, а у меня другой диск, так, другой жесткий диск у меня совсем на Windows XP зверь. Сейчас у нас такая возможность подождать хотя бы, пока будет устанавливаться Windows. Много со времени ступает, содержание все необходимости обновления программного обеспечения на момент выхода конкретной версии и поддержку новейшего оборудования. В дальнейшем программа Windows обеспечит возможность любой проверить и использовать программное обеспечение и при необходимости выполнить все обновления. Когда после этой установки установится этот Windows Extreme XP-шка, уже устанавливается наше устройство. Наконец-то я ее отформатировал от всяких и удалил Windows 7. Пришлось устанавливать Extreme. Microsoft 11 года создан Extreme. Я не стал на диске устанавливать, я на флешку устанавливал. На флешке это все устанавливать где-то вручную или либо в автоматическом. Мое самое время подождать, а потом можно и драйвера установить на них. Я как компьютерный мастер, я судью жесткий диск от компьютера. Если вы хотите точно так же снимать о компьютере установки Windows, тогда просто становись ютубером. Как и я ютубом снимаю я. У тебя даже будет практически на нем эти игры. Ты даже можешь снимать мультиплеер игры. Одиночную игру. Также ты можешь вводить читы-коды. Наконец-то. А теперь ты можешь хотя бы подружиться с друзьями, знакомиться и поделиться с таким же видео, как и я. Тогда просто заходи на Facebook, добавляй меня и будем общаться. И в Инстаграме. Ха-ха-ха. Ладно, не будем сейчас об этом. Иметь бы сейчас и тебя бой увидеть и темы. Итак, я хозяину уже позвонил, сказал, что у нас все хорошо получается. Но если вдруг какая-то ошибка будет на нашем вот таком компьютере, то значит поменяем друг. То значит исправим, найдем какая-то ошибка. Бессот. Называется ошибка синий экран смерти. Вот такие вот иконки. Иконочки. Сейчас появится наша загрузка Windows Extreme XP-шка.
новая иконочка. Microsoft, пожалуйста, подождите. О, мы забыли про эту дверь. Это же, который я видел саму дверь. О, смотрите, это просто божественная иконка. Просто божественная. Я всегда верил в их способности. И разработчикам всегда верил в их способности, которые они делали этот загрузочную эту торрент так скачивал. Я просто и записал на флешку и на диск. Внимание, это сохранение открытия документа. Закройте все приложения после завершения работы. Скрипт компьютер будет перезагружен. Антивирус. Надо потом антивирус установить на компьютере. Мы можем потом зайти в панель управления и посмотреть, что за иконки новые. Вот уже вот это одна. Центр обновлений Windows. Нам эти активации ключ нам ничего не показали. Ну посмотрим, что там будет. Ну, новая загрузка с новыми иконками. Так, понятненько. Что-то я нового звука не вижу. И вот, смотрите. О, тут еще есть такая панелька, которая можно туда и заходить в интернетах. Так и в торренты скачать, и в скайпе общаться. О, просто супер вообще. Так. О, жесткий диск. Ясненько. Все как новый есть. И все как чисто, как в аптеке. Класс. В систему мы сейчас зайдем, в экранную систему. Windows XP Professional 2011. Ну, посмотрим, что зайдем туда, что дальше там. Как видите, я вам уже говорю, что все установлено на своем пути. Так. Заставки у нас. Сейчас мы изменим экран. В общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, поделитесь видео в комментариях. Давайте всем пока!